В будущий год с надеждой. Единственный в Волгограде приют для животных «Покровитель», который находился под угрозой закрытия за долги, получит необходимую помощь. Побывавший здесь губернатор Сергей Баженов поручил властям областного центра изыскать средства для финансирования приюта. Рассказывает Светлана Олегбарова. Всего несколько дней назад этому милому псу сделали операцию. Сколько таких покалеченных, больных, выброшенных хозяевами животных прошло через приют за 17 лет его существования, точно не знают, наверное, и сами сотрудники «Покровителя». Счет идет на десятки тысяч. Здесь кошек, собак и даже лошадей и обезьянок лечат, прививают, кормят и по мере возможности передают в новые добрые руки. Все это благодаря пожертвованиям горожан. Но даже они не могли в полной мере помочь в погашении 700-тысячного долга за электричество, из-за которого «Покровитель» остался без света и тепла. Опасаясь за жизни своих подопечных, руководство «Покровителя» обратилось за помощью к губернатору. Сергей Баженов прямо на месте распорядился погасить образовавшийся долг из небюджетных источников. Мы 700 тысяч рублей вам найдем на следующей неделе. Спасибо. То есть субъект правительства Волгоградской области на себя эти затраты берет. В течение недели мы их из небюджетных источников погасим. На будущий год, я думаю, что попрошу, чтобы они в течение 2 месяцев приняли законопроект по отлову и содержанию животных. Кроме того, губернатор предложил руководству Волгограда, тоже прибывшему на место, проработать вопрос о передаче здания, где размещается в приют, ему в собственность. Тем более, что пути решения этого вопроса по признанию городских чиновников есть. Сегодня это здание муниципальная собственность, так? Но мы за общественными организациями заключаем, от общества инвалидов решили вопрос. Ну, то же самое, понимаете, эту организацию. И я думаю, что это правильный путь, если мы это помещение передадим в бессрочное пользование. По признанию руководителей приюта, они даже не надеялись на положительное решение своей проблемы. Ведь с 1996 года власти, можно сказать, впервые обратили на них внимание. Мы 17 лет бьемся и будем просто необыкновенно счастливы и считать, что нам повезло, что все так решилось. Мы не ожидали этого, просто не ожидали. По-хорошему, миллионному Волгограду нужен не один такой приют, но без содействия властей этот вопрос, конечно, не решить. По мнению губернатора, изыскать средства для финансирования работы подобных общественных организаций вполне возможно за счет уменьшения расходов на содержание чиновничьего аппарата мэрии городской думы. А пока брошенными животными занимаются энтузиасты и неравнодушные горожане. Светлана Олегбарова, телекомпания «Ахтуба».